тебе треснула щека. Иди в кабак. А если хочешь этот вечер ты запомнить на всю жизнь, иди в кабак. Thank you.
под замком. Летом куст наше брачное ложе и беседка второй дом родной. Летом каждый сквер наш кабак. Но куда же деваться зимой? Остается подвал, остается подвал, остается подвал, остается подвал. Суд идет. Обвиняется гражданин Клинских Юрий Николаевич, 64-го года рождения, по статье 104 УК РСФСР. Гражданин Клинских, ваше последнее слово. Граждане судьи, граждане заседатели, дело было так.
я ее любил. Не могли мы друг без друга, я с ней долго был. Вместе мы с ней год не спали. Врёшь. Да чтоб я сдох. Очень долго я крепился, столько, столько смог. Но однажды уломал ее, я лечь со мной. Очень круто оторвался с биксой молодой. Но среди ночи тёлка согрешила втихаря. Я ее зато пришиб, короче говоря. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. Очень жаль, конечно, баба классная была. Но зачем она в тот вечер круто насрала? Я чуть-чуть не задохнулся, помутнел мой ум. Резко снял свои носки и вдарил наобум. Эх, нестиранные твердые мои носки. От них череп у чулики лопнул на куски. Вы поверьте, судья, ведь это не хотел. Я в тот раз со страха очень сильно затомстел. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. Я был виноват, а она не виновата. Виноват был зад. Подвело ее уж очень громкое дупло. А меня подвел носок, такое западло. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил. У меня была подруга, я ее любил. Она пернула в постели, я ее убил.
знать, что они есть, 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 есть. Вот лично я, как подопью, то превращаюсь в большую свинью. Ну а когда я очень злой, то становлюсь собакой. Шестую накатил и сказал зятёк: я когда бумаг напьюсь, тих как мотылёк. Я спокойный как питон, нежный как телок. А будешь возражать, заеду в рот, в рот, в рот, в рот. Вот лично я, когда пашу, то землю я как бы кораками брушу. Оставила ожог, скрипнув сталью, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Дым сигарет, ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Эротичный лунный свет запретит сказать тебе нет. И опустится плавно на
белье. Шум деревьев и ветер ночной стон заглушат твой и мой, и биение сердца пылающего адским огнем.
жениться, правда, вот секрет. У меня к невесте рос все больше интерес. Она дверь ее привел к родителям моим. Было сразу видно, что она по нраву им. И она меня приперла к мамочке своей. Да поставила пузырь на зятек мой пей. Напекла пляны со смаслом, наварила щей. И я понял, что она клевая вообще. Теща моя ласковая, теща моя заботливая, молодая, озорная, ты вторая мать, чего больше детям пожелать. Свадьба пролетела, как фанера над Москвой. Стала теща, как собака, очень-очень злой. Я забыл вкус самогона, позабыл пляны. Теща говорит, они мне нахрен не нужны. К теще я со всей душою, мам, налей 100 грамм. А она мне дулю в харю, нифига не дам. Я такую тещу не желаю и врагам. Похудел я за 2 дня на 20 килограмм. Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать. Тещу я свою в натуре вскоре замочу. Полечу, поколочу, по роже постучу. В общем, я вторую мать малость поучу. Эту песню сочинял я ровно 10 лет. Мне надеюсь, все зятья передадут привет. Теща кровь сосет из нас прямо как вампир. Я надеюсь, что мне хором подпоет весь мир. Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать. Теща моя, злая свинья, теща моя, коростовая, харя злая, вот такая, хочется плевать, нафига нужна вторая мать. Моментом солнце село, лучами на прощание пирамиды озарив. И к первой пирамиде подошли мы очень смело. Нас было 3, и из нас никто не был труслив. Наш первый экспедитор Кронштейн Исаак Давидович. В науке исторической он первый корифей. Он долго изучал историю Египта, а в ихних иероглифах рубил он круто змей. Второй была Петрова, тетя Груня, египтолог. Она в истории соображала прямо зверь. А я ее помощник, я в прошлом гинеколог. Но я попал в Египет, хочешь верь, а хочешь не верь.
гробницы фараона. Открыли мы гробницу и увидели мы в ней. Чувак лежал в гробу, в пеленках, как ребенок. То мумия была, и вот записочка на ней. Записочку назвал пергаментом древнейшим. Кронштейн писак Давидович в руках ее вертел. Он стал переводить египетскую надпись. Гробница шевельнулась, и я слегка вспотел. Как подпрыгнул, и тут же побледнел он прямо как мертвец. Отвисли шортики, запахло экскрементом, пергаментом потер от 300-ный попец. А грудь отвиснула, как дикий поросенок. Рамзесу показала свой гнилой оскал. С патриотизмом спела песенку орленок, и сразу климакс у нее тогда настал. Рамзес тут разошелся, прыгнув до Кронштейна. Он долго костью по балке ему стучал. Схватил он с яростью за груди тетю Груню, и на спине и крестко узел завязал. Меня ж проклятый фараон Рамзес IV схватив за шкирку в темный угол потащил. А дальше меня Рамзес, короче, вскоре отпустил. Я раньше кто был? Да, вонючий гинеколог. Ну а теперь я здесь как будто бы воскрес. Теперь я профессиональный египтолог. Хоть и очко порвалось, как немецкий крест. Крест, 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 Играть мы не умели, не умеем и сейчас. Но если очень надо, мы забацаем на раз.
Мне голку на троих стал. Так, на чем остановиться? Фу, совсем ты забыл. Потом забацали альбом на студии Black Box. На студии ништяк, как сиськи у Саманты Фокс. О, кстати, за рекламу мы у студии Black Box сорвемся с корну водки, а иначе будет бокс. Ну, в общем, наш гнилой альбом закалывался в садке. Да как бы не сорваться нам на этом народке. А вас остал? Послушал он тупой, кривой, глухой, плохой, ну вроде все. А я ну просто шой! Но только не вставляйте в середине букву «У», мать твою, садится.